Ярославская пряжа и техническая ткань выходит на федеральный уровень. Одно из наших предприятий может стать партнером крупной российской корпорации. Уже определены направления сотрудничества. Поставки ярославской технической ткани планируются уже в следующем году. Она должна полностью вытеснить иностранных конкурентов. Для региона это развитие производства и обновление оборудования. Как результат, увеличение налоговых отчислений в бюджет, а также появление новых рабочих мест. Фабрика по выпуску технических тканей является одной из старейших в Ярославской области и является лидером по объему выпускаемой продукции. Сейчас на предприятии трудятся 240 человек. Эта компания, да, имеет достаточно большой интерес к нашей продукции. Сейчас эту продукцию она покупает за рубежом, и путем вот маркетинговых исследований мы определили, что можем предложить подобную продукцию взамен импортной, с тем же качеством, даже, возможно, и лучше. Отрасль технической ткани у нас она была всегда импортируемая нашими крупнейшими холдингами. Мы сейчас хотим заместить их и выйти как раз со своей продукцией на наши внутренние рынки.